Высокий уровень состязаний и серьезные результаты. Магнитогорские спортсмены достойно выступили в Подмосковье на этапе Кубка мира по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа «Звездные войны». Екатерина Зайцева одержала безоговорочную победу, а ее наставник Андрей Поли установил мировой рекорд. Более подробно о ярком спортивном событии расскажем далее. «Звездные войны» – второй эпизод. Приглашение принять участие в захватывающих состязаниях магнитогорские спортсмены приняли безоговорочно. Екатерина Зайцева выступала и в первой части турнира в феврале, показав невероятные результаты. Привезла тогда из подмосковного Раменского все возможные награды, которые, кстати, стали не только символами победы, но и своего рода пропуском на последующие этапы. Вторые «Звездные войны», рассказала спортсменка, получились не менее яркими. Второй раз тоже было очень все на высоком уровне. Также все было атмосферно, много друзей, много новеньких спортсменов приехало. Все было прекрасно. Но так как мы с самолета, видать, силенки мне немножко не добавилось. Екатерина выступала в жиме штанги лежа в экипировочном дивизионе. Она выполнила 3 подхода. Жим! Первым подняла 220 килограммов. Как отмечает сама, сделала это, пожалуй, слишком легко, а потому во второй попытке пошла сразу на 235. И это оказалось ошибкой. Сделали большой шаг, сразу пошли на рекорд мира. На ее же собственный, у нее было 232, предыдущий рекорд мира. Пошли на 235 и вторым-третьим подходом чуть-чуть не справилась. Екатерина не сумела побить установленный ей уже мировой рекорд, но не расстроилась. Такой расклад, говорит, наверное, логичен. За последние 4 месяца она уже приняла участие в 4 крупных турнирах и везде добилась самых высоких результатов. Андрей Полей, наставник спортсменки, многократный чемпион мира по пауэрлифтингу, также принял участие в «Звездных войнах». Результат его выступления – новый мировой рекорд. Мы сейчас начинаем с ней с одного веса и жмем фактически один и тот же вес. Я тоже 220 пожал, 230 вторым подходом сделал свой маленький мировой рекорд по ветеранам, а третьего отказался, немножко травмировал руку. Тренер уверен, Екатерина совсем скоро возьмет свое, ведь ее тяжело заставить отдыхать. Она успевает все и на все находит силы. Соревнования, кстати, успешно совмещают с основной работой. Спортсменка трудится инженером-конструктором в механо-ремонтном комплексе. Все ее начинания, коллеги, руководители, что важно, поддерживают. Хочу выразить огромную благодарность механо-ремонтному комплексу в лице Ширяева Олега Петровича и Цибизова Алексея Николаевича за поддержку, за помощь и за то, что верите в мои рекорды. Тренировки сейчас проходят в плановом режиме. Расслабляться у Екатерины нет повода. Только летом она примет участие сразу в 2 больших турнирах. Один из них состоится в Магнитогорске. Друзья, 6 августа у нас пройдет 3-й традиционный турнир, посвященный нашему другу, заслуженному тренеру России Дмитрию Луневу. Приходите, будет интересно, будут розыгрыши, возможно, проведем многоповторный жим. В общем, будет здорово, атмосферно, приходите, вас будет ждать уникальные призы и дружеская обстановка. Такие шикарные медали, да. Также в конце июня пройдет национальный чемпионат по пауэрлифтингу в Суздале. А в сентябре Екатерина поедет в Нью-Йорк. На турнир по жиму штанги лежа ей уже от лица организаторов прислано персональное приглашение. Евгения Салахутдинова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.